Невестка Арбакайте явно переборщила, выставив все. Из-за пандемии коронавируса планы многих звезд на отпуск в этом году пришлось корректировать. Воздушные границы разных стран остаются закрытыми. И некоторые, не дожидаясь снятия ограничений, решили отдохнуть на отечественных курортах. Так поступила и жена Никиты Преснякова, 22-летняя Алена Краснова. Невестка Арбакайте впервые в своей жизни отправилась в Сочи. Девушка полетела с сестрой и крошечным племянником. А знаменитый муж остался в Москве. Первый же день на курорте модель понежилась на солнышке и позволила себе нарушить диету. И, по всей видимости, перестаралась. Модель сообщила подписчикам в микроблоге, что обгорела. Обгореть в первый день. Жечь трубочки горячие. Пончики, кто желает. Подписала селфи модель. Краснова запечатлела себя в тренажерном зале в черной спортивной форме, в кроп-топе и велосипедках. Вечер первого отпускного дня она провела за занятиями спортом.